Уже через 3 с лишним месяца, возможно, на этом месте будет сидеть Поль Погба или нападающий сборной Германии Томас Мюллер. Мундиаль в Казани готовится принять грандов мирового футбола. И согласно поговорке «доверяй, но проверяй», арена вновь прошла проверку на готовность к матчу. Пока строители возводят дополнительную секцию для журналистов, по трибунам, раздевалкам и полю идут делегаты от ФИФА и оргкомитета «Россия-2018». Газон всю зиму в спячке под специальными лампами. Все остальное на стадионе, как и он сам, уже прошли проверку еще Кубком Конфедерации. В ходе этого визита мы в основном сосредоточились на тех областях, которые меняются по сравнению с Кубком Конфедерации. В частности, это расширение площадок, зон гостеприимства, расширение для медиа и других зон. Обычно ревизоры проверяют еще и аэропорты и тренировочные площадки, но в деле их оценили еще гости и футболисты Кубка Конфедерации. По этой же причине Казань-Арена вместо положенных 3 примет всего 1 тестовый матч. Сейчас решается вопрос о дате. 6 или 7 мая «Рубин» встретит на своем поле Уфу. В городе Казани пройдут 6 матчей. Будут достаточно сильные команды. Это и Франция, и Германия. Конечно, много работы, большая ответственность. В целом, ни по городу, ни по стадиону у нас нет больших вопросов. Вопросы подготовки Казани к Мундиалю сегодня дополнительно обсудили в Доме правительства на заседании оргкомитета с участием Рустама Миниханова. Уже сейчас готов план транспортного обеспечения для болельщиков. Проезд по городу будет бесплатным, а так называемая последняя миля станет более удобней в плане передвижения. Но никакой расслабленности не должна быть. Мы договорились, как только немножко снег сойдет, и по всем вопросам фасады, дорожек, дорог. Мы все это пройдем. У нас большая программа дорожных работ. Дворец семьи Казан на время чемпионата превратится в центр футбола. На берегу Казанки пройдет фестиваль болельщиков. Здесь ждут миллион фанатов со всего мира. У нас будет порядка 50 различных мероприятий в течение, значит, этого месяца чемпионата мира по футболу. Это помимо, соответственно, основной площадки, это фестиваль болельщиков. То есть это практически во всех наших парках, во всех наших музеях, во всех наших театрах. Столица Татарстана готова к чемпионату мира. Напомним, на Казань-арене пройдут 4 матча группового этапа и 2 игры стадии плей-офф. Осталось дождаться июня. Салават Ахмадуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань.